Обследование сосудов сердца и определение вида оперативного вмешательства. В операционной хирургического отделения Одинцовской областной больницы провели коронарографию пациента с хронической ишемической болезнью сердца, который поступил в плановом порядке на диагностику. При диагностике значимых нарушений в бассейне коронарных артерий не обнаружено, поэтому здесь ограничились только коронарографией, пациент будет получать консервативную терапию. В апреле прошлого года в округе был открыт региональный сосудистый центр. Он специализируется на неотложной помощи пациентам с острым коронарным синдромом, когда часть сердечной мышцы не может функционировать должным образом. Также специалисты занимаются и оказанием плановой помощи, помогают людям с ишемической болезнью сердца и другими патологиями. Оказание помощи пациентам с сосудистой патологией, то есть с инфарктом, с инсультом, это работа командная. И работа эта начинается в первую очередь, как ни странно бы это звучало, как бы странно это ни звучало, с пациента. То есть самая большая потеря времени на догоспитальном этапе происходит потому, что пациенты, к сожалению, наши пациенты поздно вызывают скорую помощь. Чем раньше пациент поступит в стационар, тем больше шансов эффективно и качественно оказать ему помощь, отмечают медики. Кроме того, коронарографию используют только для диагностики, а потом по результатам определяется тактика ведения пациента. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцова».